Тут аленький, короче, езжайте сюда. А как туда? Я просто... Ну, видишь, такие спорные ситуации. Шансунг, ты едешь? Нет, иди сюда на подлог. Да, да, беру, беру. У меня 50 тысяч, кто-то шмотит. Просто смотрите, ребят, такие ситуации, как бы они будут возникать постоянно, да, вот как вот сейчас случай возник, вот типа раньше подписался, не взяли в рейд, естественно, ну, это не очень хорошо, но как только у нас будет, допустим, два рейда, два состава, и второй человек, который будет рейдить, правда, такой вопрос про Гуччи. Конечно. Ребят, сейчас запишу тактику. Ты же сам сказал, что ты рейлил, вот. А ты приходишь пораньше. А я понимаю, что ты не знаешь остатки и так далее. Тебе там нужно разок сходить, чтобы все это понять. А готов сам собирать ТЛК, допустим, здесь обычно или что-то еще. Трубой. Если у тебя два перса, будешь ходить в основные. Ты понимаешь, я бы водил с радостью рейды, но у меня времени нету на это. Я вот могу поприсутствовать, но я даже, блядь, разговаривать не могу иногда. Очень неудобно уже и рейд. Я понял тебя. Ну, смотри, видишь, я тоже не греет. Пошел, короче, по ПГ фармить эссенцию. Видим, там есть уже танк, наверное. Да и потанчит. Мастер там есть. Нет, мастер не с нами. Войт. Я есть. В СЛК. Войт просто попал. Ну, что-то не попал, и хер. Уджин тоже вчера не умер. Что мне надо было, блядь, задуматься, какого хуя там, да? Блять, мне нужен Джин, чтобы Геру ходить, почему мы его не убиваем? Блять, едьте сюда быстрее, тут алики. Это игра, как бы нужно понимать, сейчас что... Послужим. Не всегда можно будет. Ну, за первый раз мы бы его убили, если бы не беседный офлэнс, конечно. Давайте едьте сюда к Коржану быстрее, тут алики. Формят нас, как дураков. Сейчас. Лимон, едь сюда, давай в ПВП одевайся. А чё я? Да успокойся. В натуре, какие-то дураки тут чаржатся, меня убивают. Просто так на ШПшника напали. Пятером, конечно, давайте сейчас разнесем этих дураков. Ну как туда прийти? Портал Вагримар. Потом с левой стороны портал выжженной земли. Разворачиваешься и на локацию назад бежишь. А знаете, чем мне брюлики нравятся? Он подходит в любой слот. Я думал их отсутствием. Да я уже привык. Я знаю, что мне не упадет как минимум год. Какой-то лог тут зашел в рейд, пишет. Мина фул-то пишет. Ага, здесь хэм стоит, да. Ох, чувствую, веселый будет рейд на ребре. Ну, спят, как, кстати, стоит. Да там пускается... А, каругер. Так, обычка, возможно, будет. Тут алики, ну. Тут там едет кто? Сейчас, но я занекался в склепике. О, выйти. Стоят бичуганы, смотрят на меня, смотри. Где мой бататовый хлеб? Итью где там? Сейчас, если они сюда поедут нас бить, там тут нас трое только. Ну, какой-то лоб 264-й жёлков, нормально.
Чё они там стоят? Надо загасить. По-жёсткому зафармить. Димон, ты где? Чего так долго? Ну, хил потянулся. Нам еще ДПС надо, вот этот Кью приедет, нормально будет. Я не могу взять это или надеть. Косарь это нормально. Че, пробуем убить, не? Ну, гоу, ща. Сейчас я ворвусь, дам хир. Шамов стал. Убил. Децел 10 хм. Угу. Сумоним подмогу. Сумоним в натуре. Тыкай. Так. Ну, лопососа покажет. Сейчас, секунду, рыбу куплю. Открываю, вытягиваю. Квест, что никто не сделал, алё? А, бля, я думал, это поэт. Так. Это собака Ворген. Все. А ты тут не брал, кстати, Войд кольцо? Брал когда-то. А, уже халиматик, я понял. Прекрасно. Орел не заходит уже минут 5. Так. Алло. Алло. Ты что, не идешь в кару? Куда не иду? А что, не знаю, мне никто пать не давал. А, странно. Я сидел как бы, ну, там рейд собрали, и похуй я пошел, короче, репетировал. Я думал, ты в рейде, что-то непонятно вообще. Нет. Ну, походу нет, но где я так понимаю? Вышел. А чё ты лимона не берёшь? Ну смотри, можно и лимона взять. По сути дела так-то, чтобы было ДД и тому и тому подобное. Ну, так, погоди, смотри. По костам. Угу. Да ладно, чё, давай. Проблема нет. Он куда пошёл-то? А, он в крепость Дактарн. Так, напиши ему. Пожалуйста. Забивать косты. Гурский может, да? Турбойс. О, Войта, у тебя сколько перезарядка сбития, Фурики? 10 секунд. Так, 10. Если это нежить, еще я могу. Нет. Там не нежить.
Приветствую. Отпал 5 кусков, так, отлично. 10. Так. Ну, это репало. Друид есть. Это есть. Так, если что, там я подфигарю. Поди, я сейчас еще музыку включу. Аудио засобирает. Смотри, у нас будет допроход после рейда. Так, никто в инст не заходил. Герд стоит. Герд должен стоять. Да, стоит. Все, лимон эти сум дал. Так, все здесь? Обычные фласки, надеюсь, купили хотя бы. Потому что, я так понимаю, сапрота никто не брал. Сапрота я купил. Заходим в инст. Я вчера купила сапрот. Для целка, но так его и не выпила. Для за, может быть? Нет, у меня допронос, по-моему, КД был. Тёма! Оу. У тебя есть еще 3 куска на ретрика? В смысле? Знаешь, что можно бурсить через 4 куска? Т-10 он имеет в виду. Можно, типа, дать крылья и сразу переменить шмотки на Т-10 и 2, и все. Типа, их остав рокает на этот, на крылья. Мне чётко. С этого-то, с Т-4-то? Да. Не, да, это фигня полная. Так. Все здесь? Отлично. Ребят. По этим я расскажу по фласкам, чё, да как далее. Пойдем, бафаемся. У нас нету этого ДЦшника, тогда, Дымыч, давай прото по всем. Я касочки раздам, лу в дисе, кулачки МП5 раздай, пожалуйста. Двое у нас на замене, если что. Прото, лимон. Рота по всем. Соответственно, лу сосредоточение бери. Так, сейчас нам понадобится темное. Чек на присутствие. Коня уберите. Ну, коню лу. А третью? Или у его жене. Ну, моя на тьмы. Улипал, третья вот убери. Сейчас, погоди, он не в этом. Пошли пока чистить трэш. Винар, Дымыч, давайте вперед. Приоритет по коням, ребят. Потому что коней никто не теряет. Соответственно. Трубой, наручник хренит. Еще не жить. А мне МП5 кулак дадут? Мне дали протокаску, алё. Сейчас, погоди. Полипал придет и даст. Так, все, я уже прошел рейд, все нормально. Будет только кулак, опять не будет. Да мне сейчас в этот перебафает, да. Протопал, который. Что тебе баф? Мне бафа МП5, зачем мне этот прот? Надо, 3% дамага меньше. Полипал уже вроде кулаки, что-то спускать. Давайте. Ну, пробьет. Так, давай, да, давай каски, ладно, если что там сделаю. Я кулачки дам, давай каски.
Это и холипалом теперь даст, чтоб дебафа было. 3% дамага, ничего отхилит. У нас холипал один и шаман. Если что, на некоторых... Тут вообще прям жестко будет, да? Ну, более-менее. Сейчас изейшие. А так нормально будет. Бафы, касочки. Всем я кулачки раздаю. Аккуратненько идем. И напуливай пожестче, русские. На кого ты напуливай? Да, на танков, потому что агро я могу рвать на изичах. Погнали. Да, я пока напуливать буду на лимона. Ловим по 5, давай. Чуть-то на нервку, кстати, правда. Павлом, то мы с тобой делаем. Ну, что ж, Гудаков. Да, да, Гера. На карте череп нарисован. Тёма. О. Цой на замену. Сейчас, погоди секунду. Сейчас. Быстрый ЦЛК 10 гер, да, мастер? Да, да, да. Короче, это называется RL off-aids, и говорят, у него он релогается, а потом говорят, у него и нет упал. Угу, все. Так. На полон нету. Гнев небес, не забываем. По коням, ребят, приоритет сами выбирайте, пожалуйста. По коням играем. Кони приоритет, они феряют. Если что, я буду низом. Канал зовите. Да, да, хорошо. Вы я запомнил людей, которые на замене вы можете пофармить, но соответственно, ребят, принскрин я сделал. Соответственно, если позову на будет человек, соответственно, и вы не откликнете замену, вы слетаете без получения ИП. Хер он себе трой. Кэш жесткий, говорю сразу. Турбопирожки. Будно булки-булки тыкните от турбойса. Зад кто-то один. Шо, я буки возьму, убейте сами. Никакой баф на дебаф на танцев. Соответственно, ребята, да? Говорю сразу. Обычный шмот идет за просто так. Соответственно, тринички, печенечка. Возможно, пушечки пойдут только за КП. Остальной шмот будете забирать так. Так, давайте вперед только. Стой, ты тут на морозе танцевать надо, да? Да, да, да. Да не беспокойся, там на 4 РДД, которые будут танцевать. Я, кстати, тут не на всех боксах была, так что... Я объяснил тактику. Ну, ребят, тактику, если я объясняю, вы должны ее соблюдать и поднимать скилл за 5 секунд. По зеленку не идем, полетал. Лу. Это Лу или его жена? Лу! Ты мне перевод Mortal Kombat напоминаешь. Лу. Мы все привыкли, что он Люкан. А он говорит Лу. Его брательник там вначале кричит Лу. Дизайн. Смотрю, прям у Дыхдымыча такие, такой принцип. Этот, значит, зеленки. Каждому не рейде можно. Да? Нет, так а чё, дизайн и нормально. БК в реге, ребят.
Масло залей по неверслипу. На коня тактику все знают или нет? Сразу говорю. Сейчас убьем, я расскажу. Не ходил вроде, да? Сейчас убьем, расскажу. По уголочкам же, да? Потому что хз, по которой били. Мне, например, Шредер говорил, что на козла у тебя тактика намного легче, чем я был с пугами. Ну, конечно. На какого козла? Ну, с того, что трения кастерская падает. А, на копыта? Копыта. Да. Ну, потому что основную работу выполняю я. Все правильно делать на нем, он убивается на изи. То есть здесь все на изи убивается, если все четко делать. И все, соответственно, у нас с ДПСом будет. По прохилу с ДПСом. Танки у нас нормальные. Первый раз тут. Ну ничего. Это Лу сказал, правильно? Да, да, да. О, неужели я услышал твой голос? Ты че зеленку не лишь, а? Я привык. Вот так вот, да? Ты какая? Так у меня профа теленкануть. Так при чем тут у всех профа? Не-не-не-не-не, Лу, не дай. Всем нужны будет реги, соответственно, зеленку не нить. Это вон, не дай в этих, в РБК. Ее тут там больше падает. На погибель у кого-то квест есть здесь? Из присутствующих или нету? У меня квест на огне в пустоту. Да, значит, это еще не скоро, значит, скорее всего, тоже сразу пойдем убивать. Так, соответственно, дальше пока не идем. Нам придется потом там чистить. Лимон, спекайся. Вот это. У тебя ДДш есть? Спекайся тут в одного ДДшника. Так, ребят, заходим, рыбу едим. Рыба будет и здесь поставлена, кушаем рыбку. Соответственно, ребята, все встают в зеленую меточку. Все. Соответственно, с танком. Винар, Лис, смотри. Сейчас я рыбу поем, звездочку на себя поставил. Начинается пул, соответственно, ты пуляешь вот с трусов. Босс доходит, и разворачиваешься, вот так вот спиной встаешь, и все, и танкуешь. Соответственно, далее, первая фаза, то есть он не разделяется, бьем, да, коня, соответственно, дальше. Он разделяется, у него сбрасывается агро, агро набирается только ударами, соответственно, ловишь ловчего. Коня последним будем бить. Ловишь ловчего, соответственно, также стоишь вот здесь вот. Просто его поймаю ударами, потому что он сразу загрится на хилов. Для чего мы так стоим, ребят? Потому что конь на второй фазе будет чаржиться. Соответственно, он будет в большую часть раз. Коня можно не танчить, да? Коня ты танчишь последнего. После убийства ловчего конь начинает, то есть, агриться. А пока ловчий не убит, он, короче, бегает рандомно, чаржится в людей. То есть, для чего мы так стоим? Он чаржится между танков. Соответственно, меньше дамага проходит по ДДшникам и танку. Далее, соответственно, убили ловчего, также набираешь агро, на коне просто ударами. Так что готовь на ЛПХе. Ну что таунтов, здесь таунты не пашут. Далее, ребята, милишники, на максимальном рейдже бьем босса, соответственно. По тактике основное.
На первой фазе, ребят, кто умеет диспелить магию, вы ее не диспелите. Надеюсь, понятно. Дальше, по диспелу я справлюсь сам, то есть от диспелю босса я. То есть не надо диспелить, пожалуйста. Ну а так, по тактике, когда он разделится, только тогда можно диспелить. Надеюсь, понятно. Пока он не слез с коня, соответственно, когда слезет, можно диспелить. Когда не слез с коня, вы его не диспелите. Ну что, иначе жесткий дамаг по рейду. Соответственно, далее, на третьей фазе. Первая, вторая фаза, соответственно, ловчий, и пока он слезет с коня, это легко. Далее, Алис, отводишь коня с угла вот сюда и держишь его вот так вот. То есть жопой к рейду. Потому что он будет делать каст-галоп, соответственно, чаджится в тебя. Он будет, может уйти за стенку, соответственно, когда он приходит, ты его берешь и разворачиваешь. Далее, после галопа, он кастует буйный топот. Буйный топот сбивает вам каст, соответственно, дает сало на 6 секунд или на 8. Если пойдет ваш каст. Соответственно, РДДшники, хилы, как его, следим. По тактике это все. Чек на готовность. Здесь можете выпивать ДД, фласки. Хилы у нас вроде более-менее норм, так что... Тут попал в ретрике один танк? Тут один танк, да. Только Алиса. Встаем в трусы, пожалуйста. Дык-дымыч убрал воздаяние. Ой, неистовство. Угу, отлично. Еще раз чек на готовность. Ауры на резист никакие не надо? Нет, я все, что надо, будет поставлю. Так, все готовы, соответственно, отчет на пул. Поворачивай, поворачивай, отлично. На максимальной РНЖ, на пул на Авинар. Дальгер. Прохил. Отлично, разделился. Ловчего лови. Вставай, шейп. Прохилься. Пробав будет шейпера быстро. Тяжело хилить Ctrl-V, особенно если мы в одной точке еще. А то по столбике тыкаю. Ну, первые буквально 4 босса, это более-менее изейший. Так, распределяет ответственность. Так... Коня лови, да, лови. Отлично. На пульте на Винар, пожалуйста. Пробовал вкус, короче, лед. И знаешь, типа я лед вообще не... Он ментоловый лед. Я не люблю ментол. А я не люблю, когда дым теплый. Со льдом он холодный. Алис, главное галоп отверни, буйный топот можешь не отворачивать, он все равно его ешь. Ну что иначе галоп шотает просто. Могучий топот, а не буйный. Позабыл тут все.
Нормально, 6к ДПС с одноручкой и щитом. Чуть все что? Я думал, да. Что фаза будет. Не. Так. Чё я экономил? Не экономил. Так, перчатки надо кому-то? Кому надо, ролим, сразу говорю. Есть уже такие, пусть забирают на дис или там. На дис я себе сам заберу, ребята. Лата. Перчаточки. А это надо, да? Отлично. О, тут лестница наверх, туда не надо идти, да? Один сам все забираешь, да? Я правильно понял? Да. Обратно вернулись. Пошли. Обратно. Вернулись. Не, Войт, правильно все. Обратно. Вот, в танк спекайся. Мы пойдем сразу на погибель. Так что здесь мы чистим трэш сверху. Чтобы потом не возвращался. Ты умер при разделении. То есть босс, когда слез, он загрелся на тебя, дал один удар, ты сдох. Фуф, он тебе дал. В прыжке, ну. Сейчас мана. Аккуратней. Ты клятву нажимай, будет мана. Да, нажимаю, не переживай. Мова, заберите. О, мы тут не были. Аккуратненько. Аккуратненько, потому что вы погибель не убивали. И, скорее всего, у вас нету квест на погибель. Ну, точнее, урны на вызов погибели героев. У меня урны есть. Не, в обычке. А что, есть героев, гер какая-то? Конечно. Гер урна? Да, ничего себе. А, мне говорили, это типа сейчас сделать Молчезара, потом тебе дается в Грул Магик, потом на погибель снова. Молчезар, потом тебе дается на гнев пустоты, это перед Молчезаром дракончик, потом тебе дается магик Груль Гер, потом тебе дается на погибель. Так она в том же месте находится, где в обычке, да? Куча лута, медведь попадает. Сорян, я забыл. Напоминайте мне, чтоб я ставил. Нельзя сразу два квеста сделать, в чем? Нет. Блин. Да, это фигня. Так, групповую я поставил. Ты не раздашь. Да, это фигня. Пошли дальше. Чистим трэш. Аккуратненько, ребят, не слишком много не заагривайте, потому что он здесь жесткий. Жопа. Наполивай. Я на Эвинар наполивай. Да, без разницы. На Дэгдымыч или на Эвинар наполивай, потому что его здесь очень много. Есть. Ну ставь ты свой, у меня есть еще один. Хорошо, я поставлю, сейчас трэш забьем и поставлю. Умерли, встаем и бежим сразу обратно. Этот трэш чистится, потому что, вы сами знаете, на погибели есть такой зеленый купол. Соответственно, я не знаю, какой там класс, какой что призывает, пэты там, не пэты. Соответственно, мобы заагриваются. Когда нафиряет, это... да? Да, там нет, здесь уже не фиряет. Здесь тактика поотличается по-другому. Соответственно, трэш, какого? Может прийти, чтобы такого не было, чтобы не пустые траи были, соответственно, он здесь чистится. Пал, ты запомни либо кота, либо мидвея, и как в РС-ке просто моста он тебя по КД-чик. У меня на хилботе забиндено. Просто их очень быстро забивает. Кота это нарежет. Так, ну на копыта мы пойдем в 3 хила. Сколько у нас на этом на коне-то был? Ловчий. 66. Ну, нормально. По времени там, если что, успеем, если четко все делать будет. Человек на замене сидит. Угу.
Кстати, это с какой колоды падает? Вот. Да, это бомжовская колода. Нагните, давайте, а-а-а, ребят, посмотрите потом, пробегайте. Если кому-то надо в обычку. Да, 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 да. Бьем и по правой стороне идем. Налево мы не заглядываем. Аккуратно, слева трэш не загрите. Сейчас убьем этот трэш, спрыгиваем вниз и идем как обычно, как в обычке. Чтоб лишний, тут трэш просто не трогать. И дальше чисто, да? Дальше он... А это маневр какой-то. Отвлекающий. Верно. Лично, по правой аккуратненько, только не навернитесь. Вот, тут дверь сделали. Отлично. А что, не было? Нет. Она была постоянно открыта. Когда танцы будут? Сейчас. Где? Типа я буду танцевать ходить? Да. О, а корова классно танцует. Как его? Да, я тоже хотел этого. Самое большое время уходит до смотрителя. Чистить трэш. Ну и после смотрителя там чуть-чуть. Остальное время оно проскакивает очень быстро. А дракон с лучами тоже тут такой же? Да, 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 только по-другому. Сейчас посмотришь, я сейчас объясню. Так. Еще банки нормально, за звездой. Тему убирай. Вам потребуется. Внутри будет, как я танцую, блин, не то что ты. Встаем, тебе звезда. Смотри. Оп. Не, погоди, Лимон, погоди, пусть все добегут. Тыц-тыц. Ты что, выйду, музыку включил? Бегуди. Бегаем. Давай, Лимон, иди агри, по одной пачке, пожалуйста. На пол, на танков. Ну тут на Лимона по наполю, у него АУЕ получше будет, наверное. Без разницы тут. Главное, чтобы на танках было, и танки тут следим. Снимаем, некоторые мобы не агрятся, не забываем. У мага 40 ДПС. Нормально. Чё мне делать? Меня кинуло в текстуры, тут пауки. Скажите, как добьете, чтобы я сам сдох. И вам не загрались никто. Это кого? Шансунга. Угу, я понял. Да они все равно побегут на нас. Доберите моба. Аккуратненько, ребят. Не-не-не-не-не, Войд, обратно в толпу. И не поворачивайся к ним спиной, иначе они тебя шьют быстрее. Шансунг, двигайся. Танки, готовьтесь ловить. Отлично. Ловим. Кто умер, то этот, как его? Встаем. Угу. Забегаем опять. А Джирс для чего нужен был? Кому? Да в банке вроде два соки лежал. Угу, чуть позже. Тотем очищения ставь. По паукам играть?
приоритет пауки. Станы на них пашут. А тут в подвале разве нет типа такого рарника, там летучая мышь вроде? Нет, может. Это ивентовые, точнее ивентовые боссы, они были на Новый год на офисе. Но он здесь не прописан, босс 100%. Ребаф дайте. Сейчас кресты дам после того, как покушу. Давай, цепляй. Интересно, а Т4 придумали с катаклизма тоже списали или что? Да хрен его знает, не знаю. Может быть, с катаклизма эти, как его, проки, а просто модельку сделали Т4. Ну да, я про бонус. Ну, скорее всего. А ты так читал Т5? Да, сюда. Сюда, заходим на левую сторону, ребят. Ну, хотя... Да, уже вниз, вниз побежали. Негри раньше времени. Тут две пачки и в угол. И все. Вниз спускай. Аккуратненько напуливаем. Там в контроле? Я снял уже. В прошлый раз я тоже снял, только как снял, то упал сразу. Вот заходим, чистим в этой комнате также трэш, чтобы потом времени меньше что ли, с размахом? Чё? Да кот боится врываться с размахом. Так, потому что ляжет. Мёртвый ДД не дамажит. Сразу вторую пачку агри. Лужи разлить. Дайте его ей на пол. Дерево этого ешка больше бьет, что ли? Ой, бычки. Бычки, вот это рыгание их нет. Да? Тут трэш легче, чем на бычке. Некоторые. Это перегар. А на каком боссе надо было три хила? Ну это дальше. Если в обычке было, то копытом. Справа вон фантомный лакей. Там где бес. А, ну, где цепь? Да, 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 где цепь.
контроль у нас турбой. Здесь чего же? У меня сап. Макрос какой? Танец, да? Чё? Макрос танец. Смысл? Ну, слэш дэнс. Ну, типа да. Танцевать. Нет, на морозе. Не надо. Ничего не надо здесь, успокойтесь. Никаких макросов. Давайте собирать. Все объяснится, успокойтесь. Все, что надо сделать, я вам скажу. Это не особо долго делается. Чуть-чуть заходим в комнату. Сразу все говорите, чтоб что-то не испортить. Не, нормально. Так, что у нас тут покрыш? Сука стоит. Сейчас даже зачистим, выходим с комнатки сразу. Кто там? Барибак? Угу, на меня бесит. А что она делает? Бабл дает? Она бабл дает, считай, по КД. Это очень напряжно. И хиляется, соответственно. Короче, курсы, тут есть сетап трешек в этом ВВК. Вот этих вот, которые рядом с бароном стоят на этом боку. Тут их специально выйдет, чтобы подбирать сетап себе. Справа, там слева, ребят. Собирайте трэш. Дальний тоже. Сладите в кучу. Объем. Аккуратненько, ребят, дайте танкам загрыть или на пул дайте. Главное элитников загрыть, и мобы обычно не так бьют. Вставай, блин. Я еще будет после этого посмотреть, что у меня с телефоном, гадство. Там что-то два моба что-то далеко стоят. Тяни. Кинь тарелку в них. Близко только не подходи. Мосс, аккуратно на дальнего. Алис, притяни с самого дальнего фантомного гостя, пожалуйста. Я 3 секунды. Угу, понял. Да его убьют уже. Так, здесь трэш почистили. Выходим с комнаты сразу. Лоу, выходи. Тотема. Что-то у нас мух в Сибири развернулось миллион, миллиард прям. Видишь, что? Едешь на машине и прям в лобовуху просто летят стая, как саранчи стая, такая огромная стая мух. Аномалия какая-то. Да в городе не будет чего. Ну в городе-то нет, а по сельской местности куча. Заходим.
Так, что там у нас? 4 или... Лидия... Не достаю. Слишком далеко. Это в 3 данка, да? Нет, зачем? Да я просто менял. Давай я БД. Нет, не надо. Че, вы не справитесь, что ли? Успокойся ты. Срест... трусы. Так, следственно. Ребята, у босса две фазы. Ребята, хилы, РДДшники, стоите на центре вот этого центрального стола. Соответственно, танцы будут появляться слева и справа. Сейчас я вам покажу, где именно. Между меточками. Примерно вот так вот. Вот так где-то. Где-то между крестом и луной, соответственно. Вот здесь вот это справа. Соответственно, противоположное это слева. Запоминаем, соответственно, сейчас как смотрите на босса. Танцы справа это вот где между крестом и луной, соответственно. Танцы слева, сейчас я поставлю, чтобы было удобнее. Танцы слева это между квадратом и трусами. Надеюсь, понятно. Соответственно, ребята... Это центральный стол, большой стол. Тот слева, это дальний левый. Соответственно, правый, дальний правый. Здесь понятно. Далее метки эти убираю. Соответственно, на трэше будет Дык-Дымыч. На Дык-Дымыча, пожалуйста, жесткий напул. Гурский, сначала ОЕ раздай напул, чтобы не сорвались мобы. Танчишь их вот здесь. Алиса, ты вытаскиваешь точечно Мороза и отводишь его вот сюда. Надеюсь, это понятно. На танка Триня я тебе потом объясню, почему она говно. Ага, как вещешка, серьезно. Так, соответственно, это понятно. Далее, первая фаза. Мы должны слить вот этих трех мобов. Четвертый моб, он танк. Он вешает постоянно на себя глухую оборону. На него мы время не теряем. Мы его, если что, заклеиваем. Здесь понятно. На него время не теряем. Сейчас, секунду. Тут хилу надо что-то делать? Или можно ставить ФК хилить? Стоять на месте, фига, кнопку отбежать или что? На танцы иногда надо подбежать будет, если дебафы все половлят. А танцы, значит, там еще рыба. А что значит на танцы бежать? Ну там смотри, вот, с категории рядом будет дебаф. То есть человеку нужно будет потанцевать. Он медведь скажет, на ком танцы, и побежишь самое танцевать. Там во время боя начнется... Ну, анимация, то есть на столе будут блюда определенные. Рыба, кекс, там, блядь, еще какая-то хуйня. И будут танцы. Слева и справа. Там будет моб появляться, к которому нужно подойти и поденсить с ним. Понял? Вот тут, да, примерно появляется такой круг, как-то, типа, блин, на дискоче осветление. Появляется там 3 трэша. Ты подходишь, танцуешь, появляется дебаф. Ты идешь, жрешь. Если ты ДДшник, по-моему, там кабана надо. Если ничего нету жрать, то жрешь торт, он типа как нейтральный. Дебаф снимается, и ты бьешь босса дальше. И ждешь, пока этот дебаф пропадет. Потом дебаф пропал, ты еще раз можешь пойти потанцевать. То есть пока дебаф висит, танцевать, по-моему, нельзя. А это показать можно из путеводителя почитать? Сейчас. Попробуем, гляну, если это тут. Чё он не тыкается у меня? Так, я тут. Чек на ФК. Здесь никто не отошел. Угу, Турбойс и Шансунг. Очень плохо. Не-не, я тут. Я просто промазал. Так, Шансунг... тоже здесь. Отлично. Соответственно, у босса две фазы. За первую фазу мы должны снять от этих трех мобов и далее продолжить Мороза. Надеюсь, тоже понятно. Соответственно, далее будет появляться танц. Танцы будут появляться справа, слева. Танцы это белый столб света. В нем будет стоять 3 человечка танцевать. Соответственно, что вам надо сделать, чтобы зайти в танц? Надо зайти просто в этот столбик света.
примерно он будет как вот такой же столбик, как луна. Тут будет три человечка стоять, вам надо зайти, постоять, пока пройдет полоска коста. И все. Надеюсь, понятно. Соответственно, очередь танцев я распишу. Далее, после танцев, вам надо будет съесть еду. Еда будет появляться на центральном столе, соответственно, дальнем левом, дальнем правом. Далее, по съеданию еды будет появляться кабан, рыба и пудинг. Кабан увеличивает дамаг, рыба восстанавливает вашу ману, пудинг жестко дамажит. Соответственно, приоритет съедания — это кабан, потом рыба, потом этот пудинг. Если не будет вообще еды, в самом крайнем случае кушайте пудинг. Для чего мы это делаем? На боссе и на мобах будет настакиваться стак. Стак настакивается по времени. Соответственно, если мы не будем кушать еду, как его, дойдет до 10 стаков, и мы не сможем бить вообще мобов. Вроде на 9 стаков. То есть каждый стак — это 10, минус 10% дамага по боссу и по мобам. Соответственно, каждое съедание еды уменьшает эти стаки на 1. Далее, если вы будете слакать с быстротой захода в танцы, если вы просто в столб света никто не заходит, соответственно, танцы дает ауешное сало. Соответственно, хилы не прохилят танков, РДДшники не смогут костить. Соответственно, бросаете все и бежите на танцы, как его, танцевать. Ну, это разберетесь. После танцев главное съесть еду. Далее, если я скажу хилы, на центральном столе я буду смотреть хилы. Если что, будете подъедать рыбу. Здесь понятно. Так, по первой фазе я объяснил. Соответственно, ребят, для чего сносится такой, то есть череп, крест, трусы будем играть. Череп, он сжигает ману и вешает АОЕ, как его, каст на всех, проклятия, ну не проклятия, а этот, магические слова тьмы, боль, если мне не ошибает этот каст. То есть его можем не диспелить. Соответственно, шансунг, продиспеливаешь только с дык, дым и ча. Остальное просто, как его, пусть это хилами прохилится. Для чего продиспелить? Потому что крест будет вешать стан и будет слишком пробивать Дэгдымыча. Во-первых, не будет набрать агра. Есть понятно. Мы с тобой продиспеливаем Дэгдымыча на полную. Далее, мобов убили, играем по морозу. Когда начинается вторая фаза? Соответственно, вторая фаза начинается, когда спадают вообще полностью стаки. Танки. То есть, Алиса, подводишь Мороза к квадрату. И вы меняетесь на каждом косте. Каст будет у него, сейчас скажу, где там? Рваная рана, отравляющий укол. Да, рваная рана и отравляющий укол. На каждом из танков должен быть один баф. Если будет два бафа, соответственно, это шот. Даже в бабле, даже ревостного не прокает. Вы просто умираете. Надеюсь, понятно. Вам надо анонсировать забирать, или вы сами определитесь? Ну, в принципе, нет, но если я буду тупить, то лучше анонсировать. Хорошо. Я просто буду говорить, забирай. Ребят, аккуратненько. То есть, пока каст не скастовался, соответственно, не забирайте босса. Ну, это, я надеюсь, разберетесь. Далее босс будет пропадать, то есть делать череду убийств. Соответственно, на первую череду Алиса дашь прожимку, на вторую череду даешь лимон. Далее, последние три цели босс вешает, соответственно, на которые последние три цели он прыгает, вешает Гароту. Гароту уменьшает исходящий хил на 33%. Соответственно, нам надо очень быстро сотлить босса. Гароту ничем не сбрасывается, только смертью.
Далее босс еще будет кидать на второй фазе смертельный бросок. Хилы. Прохиливаем, пожалуйста, на кого он повесил смертельный бросок. Если вы не прохилите его, то, ну, если будет у этой цели меньше 90% хп, его шотнет. Ну, а так, по тактике это все. Рыбу ставлю. Рыбу ставлю сзади. Баф даем. 10 ДД фласки. Танцы ты будешь анонсить, кому бежать, или сам мимо? А, так, по танцам. Раз, два, три. Три, три, три. Ну, давай я четвертым. Так. Так. Секунду. Или первым мне побежать. Midway. Voice. Вот так вот будет. Покажу вам первый раз, как бежать. Соответственно, такая очередь. Четыре человека будет бегать. Ах.